В гостях сейчас обладательница театральных премий, женщина-вихрь, женщина-восторг, фейерверк, актриса театра Пушкина и свободный художник Наталья Горячева. Иногда свободная от работы. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы с Натальей будем готовить в компании Натальи маффины по рецепту Яны Басос. Ну и будем разговаривать про театр, про то, как актриса относится к таким вкусным десертам, как вообще вредит фигуре, не вредит. И есть ли у вас время? Наталья, расскажите. Да, конечно, время есть на всю жизнь, так скажем. Поэтому время должно быть для всего. Ну вот и давайте приступим. Наташа, надо сейчас разбить яйца в первую очередь. Вам ответственную миссию мы поручаем два яйца. Нужно просто разбить и все. Нож. Наташа, как нож, художник, нож. Очень... Берем нож, друзья. Нечасто появляется на кухне. Это не смешно. Берем нож. Поэтому то мы есть в ваших руках пьем. Нет, 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 нет. Это будет хорошо, значит. Ой. Ничего страшного, у нас сегодня яйца везде. Да, яйца. И куда? Так, давайте я вот тарелочку, да? У них же все здесь припасено. Конечно. Что мы... Тарелочки. И вот так раз. 16 октября, Наташа, у тебя состоится... Спектакль. Почти биографический спектакль «Жизнь актрисы». Достаточно. Два. Два. Мы же не отвлекаемся и параллельно беседуем. Да. Нож, пожалуйста. Спасибо. Так, итак, продолжаем. 16 октября будет спектакль в Доме актера «Жизнь актрисы». Короткий анекдот. Обладатель премии «Театральная весна», «Хрустальная маска» в номинации «Лучший проект года 2016 года. Да, этого. И лучшая актриса года. Вот, поэтому, друзья, я вас приглашаю в 7 часов. Это очень интересно. На какой площадке? Дом актера. Да, дом актера. И сейчас наши телезрители сейчас могут выиграть билеты. Да, я же принесла подарки. Я же не могла с пустыми руками. Не только же мне яйца бить с утра, правда? Вот-вот. Так, сейчас, секунду. Яна добавила 2 яйца. Да, и сахар. Сколько сахара? А стакан сахара? Стакан сахара, да. Стакан сахара? Ну ничего, да. Это нам не повредит. Я нет, нам ничего не повредит вообще. До 12 можно, Наташа. Понимаете, в чем дело? Артисты преимущественно употребляют десерты после 12 ночи. А-а-а. Поэтому... Ну, мы тогда распасем для вас. Конечно, поэтому стакан сахара – это очень даже хорошо. Итак, дорогие телезрители, вы можете выиграть билеты на этот спектакль 16 октября «Жизнь актрисы. Короткий анекдот», ответив на вопрос. Начался новый театральный сезон. И какой по счету этот театральный сезон в театре Пушкина? Открылся. Открылся, да. Какой по счету? Телефон прямого эфира 261-62-63. И можно получить билеты прямо вот из рук. Горячих рук Натальи Горячевой. А я вот Горячевой. Знаю ответ уже. Но, вы уже знаете да, ответ. Я знаю ответ. Боже мой, даже я его не знаю. Я просто вангую просто здесь стою. Дальше что? Дальше добавляем масло. Вот это. Вот это сливочное. Нет, нет, не все, иначе фигура точно наша повредит. Кроме того, что... Вашей фигуре ничего не повредит, это я могу сказать однозначно. Вот, слышали все, я могу есть хоть что. Да. Есть такие люди волшебные, которым никакие десерты не повреждают никогда. И вы в их числе. И сейчас мы об этом поговорим немножко за кадром.